Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Далеко. В обрезках. А сейчас... нельзя обращать на себя внимание. Патруль! Они не должны нас заметить! Чудесно! Они, как я и говорил. Зараза. Чародей этот, ёпта, и его девка. Тоже ведьма. Что происходит? Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Как же, все так говорят. Эй, а моя награда? Награда? А, да. Зайди в штаб. Мы наград не выплачиваем. Да. Меригольс. Ведьмак. Обещали два костра. Аниса! Аниса! Мне очень неприятно, но мы должны идти. Нет. Нет, я не могу ее так оставить. Геральт, помоги мне. Надо идти с нами. Да, я должен. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Все так говорят. Эй! Меригольд! С тебя сегодня плохой день. Ведьмак. Обещали два костра, а будут четыре. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд! Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Я не могу гарантировать, что если вы пойдете с нами, все будет хорошо. Но если вы останетесь, то погибнете наверняка. Он прав. Мы где-нибудь спрячемся. Переждем. Дорогой, умоляю тебя. Заткнись. Я тебе говорил зимой, что надо отсюда уехать. Но нет, тебе было неудобно. Ну так вот тебе. Ты этого хотела. Пойдем сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных.
Уйди. Да? Сколько вам за них дали? Господин, пощадите. Сколько вы получили? Меру зерна, бочку селедки? Оставьте его. Это я его подговорила, чтобы он стражу пошел. В конце концов, их все равно бы нашли, а тогда бы и нас сожгли. Убирайтесь нахер, а то вы все равно закончите на костре. Но это как же? Стражники могут решить, что это была засада. А за такое знаете, что грозит? Это же наш дом. Нельзя же так просто... Делайте, что хотите. Не делай этого! Я рада, что ты все-таки к нам присоединился. Сюда, Геральт. Трис, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. Чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это... Ты, должно быть, много огорчался. Я про... Ты тоже бежишь в ковер? А почему твое чуткое сердце затрепетало только... В таких масштабах только с недавних пор. Хорошо иметь друзей в ковере. Трис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом. Мы ждали слишком долго. Это безумие! Значит, мы пойдем в порт каналами. Нас все равно достанут. Возможно. Я спускаюсь в каналы. Я пойду... Непременно. Трис, ты действительно хочешь идти со мной? Обижусь. Так что лучше я ничего не говори. Слово даю. Если только выйду из этого живым, брошу чары к ебени матери. Нет, удачи. На этого и ждут церкви. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положить. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Напрасно. Подожди, может, есть другой путь? Интересно, где? Сам видишь, этот коридор прямой, как стрела, без единой развилки. Но еще я слышу, как за стенами разносится эхо. Чувствую воздух, который бьет из щелей. Значит, с той стороны что-то есть? Какие-то эльфские руины или старые подвалы. Может, получится обойти завал по ним? Попытка не пытка. Теперь нам терять нечего. Библиотека? Смотри, стихи Гонсало де Версо.
Хроники Якоба Варадцы. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Трис, я нашел выход. Я уже начала думать, что все. Погоди. Слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец. Помнишь? Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Много. Все, хватит. Неудивительно, что здесь было столько крыс. Кто сбрасывает сюда все эти трупы? Мы под рынком. Рядом с резиденцией Карла Вареза, Тисаке. Думаю, это не совпадение. Да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чай! У нас получилось. Пойдем. Надо подготовить корабль, пока охотники не поняли, что происходит. Да. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успел осмотреться? Как корабль? Старая калоша.
Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... До Ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять три. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Охотники! На корабль! Живьем, брат демонов! Это мне напоминает молот. Держитесь вместе! Обломил я ему воистину по-графски. Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Останься со мной. Геральт, давай больше не будем. И, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Меригольд! Пора отчаливать! Боже. У нас был шанс. Я люблю тебя. Госпожа Меригольд, мы отдаем концы. По крайней мере, ты попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Я бы хотел, чтобы ты объяснил, какого хера ты так интересуешься моими отношениями с Трис? Если я скажу, что ты мне симпатичен, что я хочу тебе добра, ты мне поверишь? Нет. И правильно. Ты просто должен держаться подальше от политики. Я это знаю, ты это знаешь. Что важно, Трис тоже. Но твоя вторая возлюбленная? Нет. Она снюхалась с Нильфгардом, а ты, как всегда, пойдешь за ней. И, может быть, тогда мы окажемся по разные стороны баррикады. Мне бы этого очень не хотелось. Впрочем, до этого еще далеко. Поговорим о ближайшем будущем. Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьезно. Повернись. Трис, я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Хорошо, что женщины так переменчивы. Дикстра, не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже нет. Пойдем отсюда. Куда-нибудь, откуда видно корабли. Веди. Теперь-то их не поймают. Нет. Можешь выдохнуть, правда. Ты прав. Просто я никак не могу поверить, что все уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Ты так себе это представляла? Нет. Я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе. Говорят, Ковер красив в это время года. Но все-таки я выбираю тебя. Неудивительно. Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы еще отправимся туда, когда все кончится? Не знаю.
Ковер — это же край мира. Может, ты и прав. Тогда как ты видишь наше будущее? Я стану магистром Ордена Пылающей Розы, а ты — верховной жрицей Милители. Мы будем жить долго и счастливо, окруженные кучей детишек. О нет, ты так просто не отделаешься. Я серьезно спрашиваю, какими ты видишь нас, скажем, через 5 лет? Я представляю себе это так. Мы живем в маленьком городке, ну, таком, где все всех знают. У тебя своя практика, ты варишь всякие эликсиры. А ты что делаешь в это время? Носишься по болотам за утопцами? Нет. Я сижу на крылечке в кресле-качалке, курю трубку и слушаю, как ты копошишься за стеной. Просто так? Да, просто так. Знаешь, мне ужасно не хватало такого Геральта. Это какого? Геральта, который не боится открыться передо мной. Сказать, что он на самом деле хочет. Что чувствует. Раз речь зашла о том, чего я хочу, то есть одно. Чш. Я знаю. Я должен был сказать это уже давно. И что теперь? Боюсь, для... Они жили долго и счастливо, и еще слишком рано. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Я тоже. Как мило с твоей стороны, что ты снова зашел. И каких трав тебе надобно, молодой человек? Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Thank you.
Хватит меня! Казаки и зрители! Достопочтенные семейства! Позор! Не крутись тут! Повторяй. Ну и заварил ты кашу в этом самом Лок-Муине. Ты мне угрожаешь? Герцог тебе просто по-хорошему советует. Если хочешь пару угроз, домой иди, граф. Я не с тобой разговариваю. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. В чем дело? Да ни в чем. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком-младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияния, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В махаканской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали из подтекающей лампы. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингилии Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже без толку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает.
Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зет, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у Южной Стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Особенно в покое. Уважаемый, выручи медяшечка. На хлеб не хватает, часо. Тебе чего? Последний раз. Случилось? Вон отсюда! Смилуйтесь! У нас отлично. Двое детей! Как они без отца? Вали отсюда! А то они и без матери останутся! Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Не шляйся тут! Спасибо вам, Геральт! Закрыто, но похоже, что Зет там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Она с кобальдами сношается, из малых деточек кровь пьет. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Срать хочется. Зарабатываешь, чем ведьмаком. Это должно быть Зет.
Нашел? Нет. А где Z-учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука. Ну, Ринко, теперь твой черед. Взять его! Видно, они здесь что-то искали. Изенгрим Фаэльтиарна из колоды белок. Интересно, сколько же эта карта стоит? Видно, они здесь что-то искали. Пожалуй, стоит поискать учетную книгу. Видно, они здесь что-то искали. Или у Зеда был буйный кот, или где-то здесь должен быть тайник. Похоже, именно тех, кому Зед продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. Спасибо вам, Геральт. Стражникам впереди. Служба не трогай разбойников. Золтан? Да! Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасные. И много Зед с тебя содрал? Зед мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только Зед. А он, поверь мне, был не невинной овечкой. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами. Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покажь. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Бухгалтер тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. О рыбалке я уже и не говорю. О рыбалке? Мы познакомились в рыболовном клубе в Красе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Равик,
Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Натальса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в золотой осёдок. Добро. До свидания. С Равиком не царскайся. У такого над ухом гаркнешь, так он обосрётся. Ну, удачи, Геральт. Не надо ли тебе чего, мастер?
Ну вот, пожалуйста. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... А, у вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Играем, играем!
Ты так не радуйся и не вырывайся, а то поранишься еще. Он выиграл. Ну и что? Сейчас сыграем еще во что-нибудь. Спасибо. Не знаю, чем тебя отблагодарить. Карты с Наталисом будет достаточно. А, да. Может, выберешь какую-нибудь другую? У меня есть много чего интересного. Я тороплюсь. Карта с Наталисом. Разумеется, пожалуйста.